Че, пацаны, это новый выпуск. Хочется начать с того, что все качки лохи. Вырублю и басосина разлетится по всему спортзалу. А здесь мы приехали посмотреть на Audi TT мою, вот долгожданную. Я про нее вспомнил, что она вообще существует. Уже полгода, наверное, ее никто не видел. В том числе и я. Поэтому мы сейчас пройдем и посмотрим, в каком она состоянии находится в про-сервисе. Если вызов кидаете, кидайте там вызовы, качки, блядь. Ух, ёпт. Нихуя себе. Бля, ну, круто. Знаете, прям с первого взгляда это просто Бэтмобиль. Просто дерзкий, мощный. Посмотрите, какие диски. Это ковка, ручная работа. Смотрите, как круто. Цвет бомбезный. Она реально гангстерская тачка. Вот серьезно, из всех цветов, которые были, оранжевый, красный, черный, самый топовый. И лучше него здесь не будет смотреться ни один цвет. Блять, она реально охуенно выглядит. Извините за мой французский. Просто эмоции. Очень круто. Внешне просто конфетка. Мне даже интересно, если поворачивать полностью, выкручивать руль, будет ли цеплять вот это крыло колес или не будет? Потому что они огромные, они просто прям впритык к этому крылу. Самое важное, наверное, чтобы оно не отлетело на скорость 60 км в час, как было с прошлым экспериментом, там, на 80. Здесь стоит HP Brakes, тормозная система с 6 поршнями. Этого нет даже на TT RS, на которой я сейчас приехал. Кстати, я вам ее тоже сейчас покажу. Пойдемте смотреть. Вот эта малышка 2007 года выпуска. У меня там стоит 2017 года выпуска, новенькая. Вот так вот она выглядит, я на ней сейчас катаюсь, я кайфую от нее, клевая тачка. Давайте посмотрим, что у этой малышки внутри. Внутри у нее мое портмоне, в котором дохера бабла. Вот. Я просто не автообзорщик, я не знаю, что говорить. В принципе, ну, изменения произошли, да, незначительные. Заводится с кнопки. Блять, ну, я не знаю, мне и моя нравится, и эта нравится, круто, комфортно. Что мне еще сказать? Это вы смотрите какие-то автообзоры, а я так показываю картинку вам наглядно. Нариман, что ты можешь сказать вот про изменения вот этой ТТ вот внутри вот салона? Ну, по сравнению с твоей машиной, на самом деле, она поменялась кардинально. За 10 лет любая машина кардинально изменилась, мне кажется. Не считая твоей X5. Не, мой X по брутальности, блядь, number one. Это, давай мы, короче, сейчас у него будет конкурент. Капот откроем. А что ты же, ты не можешь капот открыть, а говоришь, сейчас мы посмотрим, что у нее под капотом. Вы знаете, есть люди, которые не шарят в автомобилях и говорят, бля, я не разбираюсь, вот как я. А есть люди, которые такие, давайте посмотрим, что у нее под капотом. У всех машин всегда есть лючок, у BMW два раза щелкаешь, и он открывается. Нариман капот не может открыть. А здесь язычок должен быть, хоть дотронулся, и она открывается. Язычок. Ну что, господа, вы готовы услышать новую ТТ РС? Нариман, давай, заводи ее. Спорт там кнопка найдешь? Или как с капотом будет? Не можешь найти кнопку спорт. Вот, спорт режим. Я открыл! Я открыл! Флажок, блядь, флажок, бампер! Ну и что ты тут увидел? Ну, крутой аудюшный мотор. Я могу сказать, что крутого и в ТТ в моей, и в ТТ РС. Давай. Они маленькие, они небольшие, ну, по габаритам. Они компактные, на них удобно. Они быстрые, они комфортные, они охуенно держат дорогу. И мне внутри тоже комфортабельно. То есть я вообще никаких минусов этой машины не вижу. Вот я как купил первый автомобиль Audi TT, блять, он мне нравится, пиздец. Вот что вот этот, что тот. Но тот мне подороже, конечно, ближе к сердцу, Скотт. Ну че, мы продолжаем, мы уже внутри машины ТТ. Тут что-то не хватает немножко, да. Ну да ладно. Дим, тебя ж Дима зовут, я же забыл, мы, блядь, только не виделись. Сколько времени прошло, ребят, с начала тюнинга? Год. Ладно, Дим, скоро, да. Привет. А расскажи, вот что вообще с машиной сейчас, в каком она состоянии, сколько еще она будет собираться, и что здесь стоит, и что не стоит еще?
Так, смотри, ты видишь, у нас уже цвет черный. Она бомбовская. Она нравится? Бомба. Теперь бомба. Ты доволен. Да. Это главное. Главное. Ты у нас человек медийный, творческий, поэтому нужно главное угодить такому человеку. Мы это сделали. Да, наконец-то. Внешне точно. Как доволен. Супер, блядь. То, что хотел. Бля, вот это крылья, вот эти винты, это гангста. То есть ожидания все-таки стоят. Да, 100%. Да, внешне, да. Установили тормозную систему. Подожди, мы сейчас к этому придем. С тормозной системой ты видел. Стоит новая тормозная система, крутая, такой, как нет ТТРС. Это уже тоже плюс. Да. Но это мы бонусом сделали. Здесь. Что здесь? Здесь чуть-чуть не хватает сидений и обшивок дверей. Да. Багажника. Да. Но если ты сейчас немножко выйдешь наружу, ты увидишь свой будущий салон, который уже готов, и который ты не обратил внимания, когда снимал свою машину. Кроме салона, что еще? Музыка. Музыка. Аудиосистема. Ты сперва хотел обычную, стандартную сюда вот воткнуть, да, штатные места, а потом говоришь, а нахуй, если это проект, и им надо его сделать крутым и громким. Там все стоит, да, и просто готово это к сборке. Это все здесь тебя сейчас ждет, вот оно все. Да, но это ждет только меня, друзья. Я вам не буду в этой серии, в этом выпуске показывать ни кожаные сиденья, ни руль, ни акустику, ничего. Ждите новых серий с Audi TT. Это будет просто, блядь, гангстерская тачка, которая разорвет, блядь, пуканы всем на районе и всем бабкам, которые спят, и всем, блядь, нахуй. Первомайская, держись, ебать, я подтоплю. Это круто. Да прикинь. Все, а годный контент... Да схуяли я, блядь! Я готовил полгода этот проект, а чтобы сразу залез, все, да, чтобы сразу все показать. Посмотри, на ребята, сиденье, мне. На сиденье, блядь, посмотри, пацан, месяц. Лайки ставьте. Я, блядь, иди салон показывай. Ладно, показывай. ладно, я покажу одно сиденье, только потому что по просьбам нуждающихся, ребята, ставьте лайки. Вы нуждаетесь в том, чтобы я показал это сиденье, это просто. Короче, пойдемте, ладно. Только подпишитесь еще. Нифига себе, четко, смотрите. Это Gucci Gang, это кожаные сиденья. Gucci. Это Алькантара. Алькантара. Здесь это выжигали, вот это все выжигали. Офигеть. Для кота. Чего? Кота посажу. Он в памперсах. Нариман уже опробовал. Говорит, помогает. На что? Старости особенно будешь доволен. Что, выезжаешь что-то? Выезжаешь. А, нихера, тут какая-то фигня. Подожди, сядись. Ну-ка, друзья, посмотрим, что меня ждет тут. О, массаж. Блин, реально круто. Массажное кресло у меня будет в тачке. Пиздец. А у меня девушка, да, есть? Бля, Кать, ты не планируешь расставание месяца на 2-3? Нет, это все. Да я тут подумал, как... Бля, прикиньте, если я вот на этой тачке, на массажных креслах тут, начну знакомиться. С такой тачкой? Пиздец. Вообще всех можно трахнуть. Ну, конечно, мы этого не будем делать, потому что я же хороший. Я буду массаж себе делать и Кате. Подписывайтесь на Катю. А, да, давайте, если у нее не будет подписки. Неперспективный проект. Если вы подпишетесь, тогда я пойму, что да, есть отдача, как бы она деньги в семью принесет, хотя бы я заправлю свою малышку. Ребята, как вам тачка? Я серьезно, напишите в комментарии, как вам в целом вид ее. Хотите ли, ждете ли продолжения? Потому что мы реально к этому очень долго шли. Вот мы могли бы сделать, наверное, быстрее, да, но хуже. И это время, оно того стоило, того результата, который вы и я видим. Если вы хотите более подробно узнать о том, как это все создавалось, сделалось, там, подробную информацию получить, вы можете посмотреть это на канале про сервисы. Я ссылку оставлю в описании. Собственно, это тюнинг-ателье, которое занималось вот этим вот всем делом. Спасибо еще раз. Лайк заслуживает. Эта малышка заслуживает лайков. Посмотрите, какой шикарный боди-кит. Я его уже заляпал. Здесь какие вот эти вот штучки. Приблизьте их. Я не знаю, как это называется. Винты какие. Так, у нас колесо 285 на 30. 20 радиуса. Очень низкопрофильная резина. На районе надо будет кататься аккуратно. Да что это, что рассказывать-то, ёпт, все видно и так. Что, черное, это ТТ, да? Вот и все, что хочешь сказать. То есть то, что, извини меня, 3 месяца ты ждал за то, что еблись с этим обвесом, наконец-таки ты получил тот обвес, который ты хочешь. Не, круто. Не, ну согласись. Нет, класс, да.
Я тебя убеждаю в этом? Перерезай. Не, хорошо, реально круто. А вот это вот... Что, это твоя антенна? Ну, а ее не надо, ничего, да? А, она так, нормально. Голову петуха вот так вот сюда. Прям голову. Черная такая, бля, пиздец дерзкая. И с красным гребнем голова петуха такая, прикинь. Реально петуха ебану. На крышу прям. Живого, блядь. Давай, Нариман, мне не эксперт. Давайте, ребят, я скажу вот от себя. Я недоволен, что машина делается долго. Дима говорит, что это вина других ребят, которые занимались обвесом, потому что затянули долго, не качали. Да, я по машине тебя спросю. По машине? Да она черного цвета, все, блядь, мне фига. Ну, бля, я так и сказал, ебать, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новые серии. Не, ну дохуя здесь фишек сделано. Ну, ебать. Все, пацаны, реально, пока. Okay, show me what you got, baby.